На этой неделе состоится первое заседание нового парламента. Глава государства заявил о планах подписать соответствующий указ и уже провел встречу с депутатом, который будет на нем председательствовать. Это означает, что сроки, отведенные на формирование правящей коалиции, начнут, что называется, поджимать. Ибо с этого дня начнется отсчет, в рамки которого необходимо уложиться. Пока же ВОЗ и ныне там. Акум говорит, что никто не достоин разделить с ними власть. Социалисты и демократы подчеркивают, что дверь для них еще не закрыта. На этом фоне возникает закономерный вопрос, что будет дальше? И кто в конечном итоге возьмет власть в стране? Вы смотрите «Полюс», где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до «Полюса». Начинаю справа. Валерий Демидецкий, глава бюро ТАСС Республики Молдова. Добрый вечер. Станислав Павловский, эксперт в области права. Я могу вас представить еще и как сторонника блока АКУМ? Ну да, я заместитель председателя. Вот видите. Господин Катане, политический комментатор. И вам здравствуйте. Тоже так вот, могу вас представить как сторонника демократической партии? Нет, я не член никакой партии, поэтому я говорю от своего имени. То есть все те взгляды, которые вы будете сейчас излагать, они будут это не взгляды, это ваши личные взгляды. Да. Хорошо, договорились. Вот вы понимаете, та ситуация, в которой сегодня оказалась Республика Молдова, она вызывает множество вопросов, множество комментариев, множество догадок, каких-то домыслов и, конечно же, прогнозов. Вот мне интересно, как вы себе вот эту ситуацию, в которой мы сегодня оказались с коалицией, обрисовываете? Валерия, что вот это? Как вы ее понимаете? Исходный рубеж. Все делают какие-то заявления, но, мне кажется, очень рано их делают по той простой причине, что для этого нужно прийти в парламент, собраться, сформировать какие-то органы. И там же, как бы, когда уже будут очень близки депутаты к каким-то решениям, да, уже будет поджимать время, может быть, будут какие-то действия. А сейчас это как бы разведка боем. Да? Одни другим предлагают, кто-то раньше это сделал, кто-то позже, у кого-то есть какие-то ответы, но... Все решится в будущем парламенте. Поэтому гадать пока я бы не гадал раньше времени. Вот. Когда они соберутся, все станет ясно. Тем более, что мы еще в таком непростом геополитическом пространстве. Нас очень многое зависит, я имею в виду, с точки зрения внешних партнеров, о которых мы говорим. И очень многое зависит от итогов выборов на Украине, как сложится, да, как внешние партнеры на это посмотрят. Угу. А пока все делают какие-то действия, это как бы разведка боем. Ну, да, как вы сказали, идет строительство правящей коалиции. Очень понравилось это ваше выражение некоторым. Да. Вот, поэтому... Будет коалиция, не будет коалиции, вполне возможно, ей не будет. И не будет. Но мы поговорим об этом. Ничего такого страшного в этом я не вижу, это не катастрофа, мир на этом не кончается. Поговорим. Господин Катана, как вы понимаете, что происходит сегодня вот у нас на политическом небосклоне? Ну, результаты выборов определяют, на мой взгляд, две парадигмы, которые возможны и на которые сразу все ориентировались, и по этим парадигмам строят как бы гипотезы. Первое – это европейское направление, это мы все знаем. И, конечно, тут как бы естественно смотрится альянс АКУМ и ПД, потому что обе партии себя или партии и блок определяют себя как проевропейские. То, что происходит, мы знаем. То, что АКУМ там, не если... хочет говорить. Да. С другой стороны, есть как бы платформа, парадигма против власти. То есть ПСРМ определила себя как оппозиционная. Ну, получается, что ПСРМ должна договариваться с АКУМ, скинуть с власти демократов и самим взять власть в руки. Но там тоже проблем хватает, и причем многое, наверное, непримиримых. Ну, тоже АКУМ говорит, что не хочет. Так. Но в то же время АКУМ пока не говорит об выборах. Наверное, оставляют все возможности для какого-то решения, потому что мы видели, они сказали, что будут поддерживать хорошие инициативы других партий и ждут, чтобы другие депутаты поддерживали их хорошие инициативы, проекты. То есть они пока тоже не говорят о досрочных выборах, хотя вполне возможно, что это у них есть как вариант
в будущем. Так что пока вот эти две парадигмы воздействуют на поведение партии, и я думаю, вот, это, вот эти вещи, они как бы начнут решаться в одну или в другую сторону по мере того, как начнет парламент собираться и пытаться состояться. Потому что любые вещи, которые вот до сих пор мы слышали, о каких говорили в том числе и о ком, невозможно без того, чтобы состоялся парламент. Это значит выбрать спикера, это значит выбрать органы парламента. Я говорю, перво-наперво есть... фракции все-таки создать. Да, да. Начнем с этого. Это важно. Ну, это, наверное, легче, потому я и не настаиваю. Создать вы фракции, полагаете? Я думаю, что тут нет проблем, чтобы фракции состоялась. Другое дело, вот когда нужно будет выбрать спикера. Вот спасибо. Я поняла. Проблемы. Я почему так сказала? Потому что некоторые политологи на полном серьезе говорят, что демократы будут заниматься тем, чем они будут заниматься, имея в виду, что будут дергать депутатов и создавать с ними сразу значит, собственную фракцию. Ну, вот, например, например, господин Нантой сегодня, вот смотрите, как он замечательно высказался, он сказал так. Блок АКУМ заявил о том, что не будет участвовать ни в каких коалициях заодно с Демпартией, социалистами, и с легким злорадством, это его слова, ожидает того, что ДПМ начнет поступать в соответствии с тем, что умеет господин Плохотнюк, коррупцией и шантажом разрушать партию социалистов. Он так сказал. Ну, как сказал, так сказал. Мы можем это заявление как-то сейчас обсуждать, но тем не менее, вот мне понравилось, что вот это легкое злорадство, конечно, да, это надо как-то, наверное, отдельно комментировать. Господин Павловский, почему злорадство? Ну, я не знаю, откуда господин Нантой это взял, надо его об этом спросить. Что же касается ситуации, которая сложилась у нас в стране, то ситуация, конечно, очень сложная. Очень сложная, и сложная ситуация требует очень большой ответственности со стороны тех, кто претендует на то, чтобы править этой страной следующие 4 года. Да, конечно, уже у нас предыдущий опыт показывает, как демократическая партия может рекрутировать или вербовать себе сторонников, используя все разумные, неразумные, возможные, невозможные способы. Я совершенно не исключаю, что они оставят это же самый модус операнди и для этого парламента, но немножко на более поздней стадии, как вариант резервный, когда уже вот у них крышка уже, ничего, вот завтра парламентские выборы, вот тогда они выложат, они, я убежден, что они уже имеют список людей, готовых присоединиться к ним. Просто не пришло время для того, чтобы они эти фамилии озвучили. И, возможно, еще они не добрали нужного количества голосов. А в том, что все механизмы, институты власти брошены на то, чтобы собирать компрометирующие материалы на вновь избранных депутатов, смотреть, у кого какие проблемы есть и каким образом эти проблемы можно решить, чтобы помочь этому человеку, не говоря уже о банальном сборе денег для подкупа. Я думаю, что у них, поскольку уже какой-то опыт в этой сфере имеется, они наверняка это будут использовать и дальше. Что же касается АКУМ, да. Я думаю, что эти люди, эти ребята, в большинстве из которых они молодые люди, у которых вся политическая жизнь впереди, они достаточно четко представляют всю полноту своей ответственности. И я надеюсь на то, что они не пойдут ни на какие сговоры, ни с кем абсолютно. И последний вопрос – коалиция. Я думаю, что наш предшествующий опыт показал, что какие коалиции у нас не создавай, по-любому приходим к коррупционной схеме. И я думаю, что по слову коалиция у нас компрометировала себя до такой степени, что сейчас просто неприлично в обществе, в нормальном обществе произносить это слово. Просто неприлично. Ну, я вижу, вы улыбаетесь, но... Я улыбаюсь, но потому этом, что получается, что... Я понимаю, что вы хотите сказать, но я исхожу из того, что у нас есть на сегодняшний день. Понимаете, блок АКУМ не может претендовать, если даже будут повторные выборы, на то, что, да, на то, что он возьмет полностью я власть. Я не закончил еще. Так вот, учитывая то, что, как я уже сказал, слово «коалиция» скомпрометировало себя полнейшим образом у нас, возникает вопрос, как поступать. Вот в данном случае мы должны вспомнить все-таки,
о том, что у нас есть Конституция. Где-то достать ее и стряхнуть с нее пыль с этой Конституции, открыть и почитать. В этой Конституции вы не найдете слово «коалиция». Там такого нет. Значит, каждый депутат участвует в избирательном, в законодательном процессе в своем личном качестве. То, что они объединяются в группы, это как своего рода клуб по интересам. Вот мы договорились, нам нравится европейская интеграция. Ну давайте вот мы соединимся, будем продвигать эту идею. Но это совершенно не значит, что депутат обязан делать, поступать так, как ему приказывают. Это неправильно, такого нету. И в этом смысле, в этой ситуации можно надеяться на то, что нормальный законопроект, предложенный парламенту, может быть проголосован представителями различных политических групп, фракций, независимо от того, каких убеждений они придерживаются, потому что у нас есть общие опасности, стоящие перед государством. Поняла. Теперь поняла. Господин Катана, вот в прошлом эфире мы тоже затрагивали эту тему. Блок АКУМ представлял господин Боля, Владимир Боля. И мы задавали одни и те же вопросы. Вопросы эти были, вот есть проекты у АКУМа, да? Ну, объясните, пожалуйста, как юрист вот сейчас, могут ли эти проекты быть проголосованы без того, чтобы в стране появился спикер, без того, чтобы были, значит, назначены на руководящие и не руководящие, значит, должности какие-то политики? То есть это может быть? Поясните вот эту вот позицию. Именно, и господин Павловский сам юрист, он, наверное, тем более должен согласиться, что есть процедуры, которые установлены, вот если берем вот все проекты, не буду сейчас их называть, но по всем проектам должен участвовать парламент, а в некоторых даже и правительство, которое должно давать авиз, то, что называется, свое мнение. Да. Это значит, нужно иметь полноценный парламент со спикером и полноценное правительство. Поэтому я наставил на то, что первые проблемы уже появятся на этом этапе. То, что говорит господин Павловский, это будет потом. Но до этого нужно решать. Это важный же вопрос, кто возглавит парламент. А кто будет спикером? Так. А если будет вот по тому варианту, который говорит господин Павловский, это означает миноритарное правительство. А может быть, вы имели в виду именно миноритарное правительство? От кого оно будет? Я предполагаю, как вариант. Потому что нужно, чтобы кто-то проголосовал за это правительство и назначил, а во-вторых, чтобы оно потом как-то действовало. Да? То есть вот эти проблемы, я думаю, они не могут решаться вот так конъюнктурно. Вот давайте пройдем через это. Нет, все-таки, я думаю, нынешний лидер партии, и они знают, они понимают эти вещи. И, конечно, первым делом будут решать вот эти проблемы. Что касается коалиции, ну, извините, во-первых, у нас вряд ли когда-нибудь в ближайшем времени какая-то партия сможет набрать абсолютное большинство в парламенте, чтобы сама могла назначать правительство, иметь большинство. То есть каждая партия должна готова быть переговаривать с другими фракциями. Я не говорю о том, что, извините, коалиции или альянсы, пусть называют все как хотят, это не наше как бы изобретение. Могу сослаться и на опыт Германии, когда они впервые, это было пару легислатур назад, я не помню сколько, точно. Но это было, когда вот впервые пришлось большим партиям, социал-демократам и крестьян-демократам создавать большое правительство. Потому что не действовал тот механизм, когда она, маленькая партия, помогала. Не было. Долго они совещались, долго очень долго. И ставились проблемы принципа. Но вот дошли до того, что создали такое правительство. У нас тоже, ну извините, сколько бы ни хаяли вот эти АЕ, при том, что были проблемы. Все-таки я думаю, что оно имело свое как бы позитивное, сделало позитивные много вещи. И, кстати, проблему партии, потому что тут многие еще приводят в этом смысле еще и то, что Пеледеме и Пеле имели проблемы именно не из-за этого, не имели проблем, не из-за того, что они были в коалиции. Там совсем другие. В другом случае я объясню. Так что я думаю, это нормально переговариваться в парламенте, когда имеешь трех игроков с равноценными, как говорится, картами. Валерий, вот блок АКУМ, как-то люди пытаются объяснить его поведение, и разные я слышала версии, почему они говорят всем нет,
Вот и правым говорят нет, и левым говорят нет. И слышала вот такую версию, что они просто-напросто не готовы к тому, чтобы взять власть. То есть они понимают, что для этого не хватит то ли ресурсов, то ли еще каких-то. Значит, то ли я слышала версию такую, что вот ни с кем они не хотят идти, они просто хотят быть в оппозиции. Для того, чтобы не брать на себя ответственность, для того, чтобы вот они, как молодые политики, понимают, что еще не их время. Ну, вы сказали о молодых политиках, я соглашусь с господином. Ну, это вот господин Я соглашусь с господином Павловским, что они очень молодые политики, и, наверное, как молодые политики, играют очень прогнозируемо. Вот. Наверное, это уже еще происходит еще с тех времен, когда была предложена эта формула избрания президента, да, и они уцепились за нее. И вот с тех пор я вижу, что как бы демократическая партия, она более такая матерая, она просчитывает их ходы. Я уже могу сказать, что будет в ответ и какая будет игра. Блок, о ком действительно не готов сегодня, так сказать, к коалиции. Есть, давайте скажем так, что давайте разделять как бы две вещи. Есть государственные интересы, да, согласно которым у Молдовы очень тяжелый период, непростой период. Да, в экономике очень сложный период. Мы знаем, что с прошлого года уже выжато очень много из экономики. Падает экспорт и в ЕС, и в Россию. Падают деньги, которые посылают гастарбайтеры. В общем, ситуация очень сложная. И, конечно, государственные интересы диктуют, чтобы у Молдовы было правительство, функциональное правительство, которое примет вызов, да, вот, решению этих проблем. Но, судя по этому, очень сложно будет создать такое правительство, потому что все партии думают о своих интересах. Конечно. И здесь интересы очень разные. Можно понять и демократическую партию, которая хочет сохранить ту власть, которую она получила. Да. И демократическая партия не хочет, очень не хочет, чтобы это новое правящее большинство было сформировано сомнительным путем, как это было уже прежде, да? Потому что... Возникают вопросы о легитимности, потом начинают... Да. Ну, были упреки, вы знаете. Были, да. Были очень многие упреки. И справедливые, кстати, упреки. Да. И так далее, да? Поэтому демократическая партия сегодня сделает все для того, чтобы вот, были выборы, они были признаны всеми игроками как легитимные, так справедливые. То есть у них получается сегодня как бы есть возможность получить законную власть, которая как бы не будет никем оспорена, никем не будет охаяна. Да? С демократами вот. Понятно. Вот да. Акум, да. Чего хочет? Акум, ну как бы Акум, знаете, Акум не может вступить в... Ну, казалось бы, да, вот еще простое. Любой международный наблюдатель, который приедет, да, вот западные журналисты приезжают, говорят, о, так у вас на выборах победили две проевропейские партии, что им мешает создать правящее большинство и двигаться дальше в Европу. Ну, это, знаете, такой подход очень такой смешной, и как бы в нашей ситуации у нас 10 лет правления было проевропейского, и знаете, к чему это пришло. Я согласен с господином Катаной, что был хороший получен опыт, одни в тюрьме, другие под следствием, третий, как говорится, еще черт его знает, что будет. Ну, кстати, да. экспортом тоже нормально дела обстоят, получше, ну, чем раньше. Давайте пока не уводите, пожалуйста, в сторону, я хочу... Вы возьмите в правительстве данные, увидите. Я хочу понять, Валерий, не отвлекайтесь, пожалуйста, господин Катаной. Катана, пожалуйста, это не тема. Мы про когда будет экономика. Нет, господин Катана, говорить можно что угодно. Нет, это цифра. Есть один способ оценки власти. Благосостояние, верные заботам народа. Все остальное, все эти вот цифры, не цифры. Вы говорили об экспорте. Вот принципиальные цифры. Экспорт с прошлого года падает и в ЕС, и в Россию. Это данные правительства. Господин Демидецкий, чего хочет таком? Я прошу прощения. Это не тема программы. Вот чего хочет таком? Вы так и не сказали. Вот демократ хотят сохранить власть. Акум, очень четко. Акум, и социалисты имеют хороший опыт. Если вы вспомните все партнеры, которые вступали в коалицию с демократической партией, или в тюрьме, или под следствием, и на политическом кладбище. Конечно, любая партия, вступая с партией власти в коалицию, она подумает о том, чтобы иметь систему сдержек и противовесов, не позволяющую ей оказаться там, где оказались другие. А нет, с партией власти, с партией социалистов чего боятся или не хотят? Партия или социалистов? Еще? Ну вот да, например. Ну, у нее же есть два варианта. Ну вы знаете, там в отличие от Акума, у партии социалистов при формировании большинства с демократической партией будет очень много тоже вопросов.
Аккум боится. Ну, вот представьте себе, что Аккум наобум соглашается с Демократической партией создать коалицию. С Демократической партией, которая критиковала, ну, наверное, нет здесь политической партии, которая больше не критиковала. Что скажут завтра ей избиратели? Вот скажут, вы критиковали демократов, есть хорошая возможность, давайте с социалистами объединяйтесь, оставляйте геополитику в стороне и, пожалуйста, демократов от власти отстраняйте. Ну, Люда, здесь более сложный вопрос. Знаете, Мне задавали этот много раз вопрос, я на него отвечаю очень просто. Вы знаете, в 2009 году, в апреле, да, очень быстро сожгли парламент, очень быстро поменяли власть и очень быстро приехали эмиссары из Брюсселя, да, которые сказали, что вот это все правильно, это все хорошо и никого наказывать не надо. Потом мы видели коммунистов, которые водили тысячи людей, социалистов, которые водили тысячи людей, платформу «Да», которая водила тысячи людей, но никто дальше ступенек не переступил, и парламент не сжег. Почему? Вопрос. Отмашки не было. То есть вы сейчас обвинили Аккум в несамостоятельности? Я понимаю, я тоже скажу, что, наверное, ничего, правда, я там не был, но я знаю великолепно, знаете, я знаю, когда можно жечь парламент, вот то же самое, что сегодня в Белграде происходит, и когда нельзя жечь парламент. Вот если... да, это очень просто все, Тбилиси, Киев, где угодно, Кыргызстан, все везде было по одной и той же самой, и неправительственные организации, то это, и Венесуэла, где угодно. Поэтому что-то... Господин Павловский, ведь на самом деле людям, очень многим до сих пор совершенно непонятно, почему Аккум критикует так страшно демократов, не соглашается на ситуативную, как хотите эту коалицию, назовите вот социалистами, почему они не пытаются объединить усилия для того, чтобы бороться с этой властью? Нет, ну у нас в сфере политики, точнее не в сфере политики, а в сфере обсуждения политических проблем все поставлено вверх тормашками, с ног на голову. Даже сейчас получается, сейчас я уже стою здесь, человек, который работает в составе Аккум, а господин Дебедевский рассказывает нам, что хочет Аккум. То есть, почему? Ну, у него есть откуда, мнение, у господина Дебедевского, у господина Катана, может быть, со всем моим уважением, откуда мои коллеги могут знать, что хочет Аккум? И вообще постановка этого вопроса, на мой взгляд, по моему скромному мнению, она в корне неверна. Потому что Аккум изначально позиционировал себя как партия, состоящая из двух партий, которые в свое время позиционировали себя как представители народа. То есть они не... Сейчас у нас что происходит? У нас происходит раздел государственного пирога. Все пытаются оторвать себе кусок пирога. То есть у нас не обсуждаются проблемы. У нас не обсуждается, что Аккум и, в частности, платформа «Дебютатиша АДВР» шли на эти выборы с чем? С антикоррупционной программы. Антикоррупционной программы. Что, господа из Демократической партии, согласны обсуждать антикоррупционную программу? Пожалуйста, я готов завтра с ним обсуждать, как мы можем вывести государство из захваченного состояния. Но им это не интересно. Им интересно, а кто будет премьер-министром? Они даже говорят, вот мы готовы дать так с барского плеча, знаете, мы готовы дать Аккум там в должность премьер-министра. А кто вы такие, чтобы кому-то что-то давать? Потом в должности председателя парламента, заместителей председателя парламента, тому подобное. То есть они все озабочены тем, что они привыкли делать всегда. Урвать как можно больше кусок от государственного пирога. И вполне понятно, что Аккум, как антикоррупционная партия, не собирается участвовать в этом коррупционном переделе государственной власти. Хорошо, вот вопрос, который я тоже задавала уже, мне тоже он. Скажите, пожалуйста, вот в результате того, что Аккум останется в оппозиции, скажет, ни тех не хотим, мы сами самые вот такие вот не хотим. Вы исключаете, что в стране станет еще хуже? Я поясню, что я имею в виду. Говорят, что экономическая ситуация у нас, мягко говоря, не очень. Постоянно вот эти две партии, входящие в блок, обвиняют демократов, что они еще сильнее начнут закручивать гайки. Вот может быть хуже в стране? Господин Демидецкий сказал, упомянул здесь государственные интересы. Так вот, у нас под названием, под этой маркой, кстати, фраза-то «Пуглеризон дета» – это фраза, которая была выдумана в свое время кардиналом Ришелье. И под этим лозунгом совершали самые ужасные преступления. Поэтому я не сторонник того, чтобы мы сейчас начали... То есть вы исключаете, что станет хуже?
Вот демократы опять будут у власти, как с ваших с позиций. Вы исключаете, что ситуация в стране станет серьезнее? Вы задаете тот вопрос из сферы, о которой я сейчас говорил, что у нас все поставлено вот с ног на голову. А может быть, просто вам невыгодно этот вопрос? Ну, дайте мне сказать. Пожалуйста. Вы же мне не даете сказать. Так вот, государственная власть и жизнь народа, она не одноразовая, что здесь у нас хорошо, либо плохо. У нас есть какие-то сферы, где хорошо. Даже сейчас, при этом вот коррупционном узурпировавшем власть режиме, есть некоторые сферы, где хорошо, есть некоторые сферы, где плохо. То есть мы не можем абстрактно говорить, вот у нас будет хорошо или у нас будет плохо. Для вас лично, может быть, будет хорошо. Я не так формулирую, но когда вот речь шла о захваченном государстве, Вот давайте я буду вот плохо, когда захваченное государство. Да. Вот вы исключаете возможность, что наше государство будет захвачено еще в других сферах дополнительно? Я вот так скажу. Если мы пойдем по пути, предложенному сейчас демократической партии, то я не исключаю, что так и будет. И как тогда будут себя чувствовать лидеры АКУМ? Они придут и скажут, ну, мы же показали вам, какой может быть непродажный политический класс. Мы вам обещали ни с кем, мы ни с кем. А то, что в стране стало хуже, так не важно, друзья. Понимаете? Если можно, назовите мне хоть одну партию в нашей стране, Павловский обидится просто. Кроме партии власти, которая не говорила о захваченном государстве. Даже на уровне господина Ямбла. Да, говорили все. Да, говорили. Статью написал «Захваченное государство». С этими лозунгами ходил Воронин. «Захваченное государство». Социалисты в 2016 году предлагали власти нынешней и оппозиции, которые очень многие входят сейчас в АКУМ, принять в парламенте и сказать, что вот давайте примем декларацию. И сейчас предлагается еще одна декларация о захваченном государстве. Вам не смешно? Нет, мне смешно, мне только не смешно, когда мы говорим о создании коалиции, понимаете? Потому что господин Девидецкий то, что говорит, это значит, что проголосовать за такое, это значит большинство в парламенте, чтобы вот такую декларацию принять, правильно? Нет, И получается, что парламент, который голосует... Нет, он говорит, я понимаю, что было, АКУМ хочет, да, чтобы проголосовать. Я говорю о продолжении. Я пытаюсь вас отстоять. Чтобы такое проголосовать, нет, я хочу, чтобы вы сказали... Большинство голосов, правильно? Ну, и получается, о чем я и говорил. Что большинство в парламенте говорит о захваченном государстве. Это при том, что парламент является главным легислативным и репрезентативным органом. Господин Павловский, это было и ваш адрес тоже, я так понимаю, про захваченное. Это опять же увод этой всей проблемы в сторону. Потому что государство, которое захвачено, это не состоит из одного парламента. Парламент у нас это самый такой беззащитный орган, существующий в нашей стране. Самый беззащитный орган. У нас захвачены в чем опасность? Парламент беззащитный? Самый беззащитный орган. Значит, интересно. Самый беспомощный и беззащитный орган. Значит, это главный легислативный и репрезентативный орган. Я не хочу приводить примеры. Просто скажу, что сегодня наши депутаты пытались встретиться с господином Петиком в резинах в пенитенциаре. Там просто перед ним в наглую закрыли двери, и все как крысы поразбирались оттуда. Вот и все власти, те говорят, вот мы же депутаты парламента, вот, пожалуйста, наше удостоверение. Те закрыли наглухо, глухая оборона, и они в гробу видали всех этих депутатов вместе с парламентом. Вот. Это явно в этой сфере, в этом случае с резинским пенитенциаром, вот как в капле воды отражается море, отражается весь характер захваченного государства. Проблема, когда мы говорим о захваченном государстве, мы не говорим о ХТН-ТВ, мы не говорим о, я не знаю, там, СРЛ, рога и копыта. Мы говорим о том, что захвачено. Прокуратура, захвачено судебные органы, органы безопасности, и прокуратура, как я уже назвал ее, Министерство внутренних дел. То есть все эти репрессивные органы. И у нас вот эти вот репрессивные органы... Да. Это означает правительство. Очень важный инструмент в политической борьбе. Они даже некоторые из них... Ну так социалисты говорят вам, давайте бороться вместе с тем, что вы говорите. Подождите. А вы говорите нет. Подождите. Значит, сейчас господа социалисты, как в том числе и господа депутаты, депутаты из демократической части парламента, что я не хочу говорить о партиях. Давайте мы забудем о партиях, когда мы говорим о парламенте. Мы когда говорим о парламенте, мы говорим о конституционном механизме, который не оперирует понятиями партии, оперирует понятиями депутат парламента, председатель фракции,
председатель парламентской комиссии, председатель парламента и тому подобное. Не говорит о партиях социалистов, коммунистов, там, либо кого-то там еще. Давайте мы вернемся к Конституции, как я уже сказал в самом начале. Вспомним Конституцию, стыхнем с нее пыль, откроем и почитаем, что там написано. Так вот, еще раз говорю, в нормальном демократическом государстве, когда представляется нормальный закон, он не является предметом торга. Вот давайте мы проголосуем за ваш закон, если вы дадите нам должность, скажем там, представителя парламента. И так у нас не бывает? У нас так всегда бывает. В этом трагизме ситуации. У нас на каждом шагу, Валерий, не только у нас. Так не должно быть. Президент призывает. Господин Катанов, да, пожалуйста, вам слово. Зовет фракции на переговоры. То есть это конституционное определение. Это есть фракция, такое... да, не партия. Он не зовет партию. А фракция это что? Нет, фракция это будет... Дрептула Сочери, Поли это что? Это не это, то, это тоже не, партия. Это не то. Давайте не будем... Нет, вы понимаете, ну нельзя так, потому что мы говорим о институтах власти. Вот сам господин Павловский, объясняя вот через свою как бы парадигму, дошел до того, что опять говорит о министрах, о институтах власти. То есть это, повторяю... Что было захвачено? Я прошу прощения, я перечислил. Что было захвачено. Я не говорил о том, как выходить из этого состояния. Что значит? Вот вы говорили о Министерстве юстиции. Пожалуйста, министерство это является частью правительства. Да? Пожалуйста, переговаривайтесь насчет правительства. Вот мы хотим вот проводить вот эти. И участвуйте в переговорах. Но ваша партия изначально не хочет ни о чем говорить. Понимаете? Вот в чем суть. Вот мы хотим вот это. Потому что, пожалуйста. Потому что все сводится к делению функций. А мы хотим, я, по крайней мере, вот я сейчас говорю. Вы, господин Павловский, я хотел говорить об этом. Понимаете, вот все, что вы говорите, нужно проводить через институты государства. Да? Вот через те же министерства, через то же правительство и через тот же парламент. Не существует, скажем, такой параллельно какой-нибудь структуры. У нас, конечно, модно говорить о гражданском обществе, но гражданское общество не может голосовать какие-нибудь решения, которые обязывают делать парламент, правительство и другие институты власти. То есть через это не... И по определению, извините, это является основными институтами власти. И когда говорим о партии, у которых нет большинства, им нужно договариваться об этом. Извините, это опять не наша выдумка. А тем временем... Умозаключение господина Демидецкого как-то у нас осталось в стороне, это было очень важное умозаключение по поводу отмашки. Господин Демидецкий сделал прозрачный намек в том, что Акун в своих действиях не свободен. Правильно я понимаю? Да. Господин Павловский, почему все время вот именно блок Акун вот подозревают в том, что они ждут команды от западников и от представителей Соединенных Штатов? И скажите, пожалуйста, вот сейчас Майя Санду на этой неделе, говорят, отправляется в Брюссель вместе с Андреем Настасом. Это правда? Я не в курсе. Это и поезда господина Настаса и госпожи Санду. Что касается отмашки от кого бы то ни было, это надо очень сильно не понимать, как работают механизмы, политические механизмы в Соединенных Штатах, чтобы такое сказать. Да, я знаю, существует бытовое такое мнение бытует. Но я в свое время месяц провел в Соединенных Штатах, будучи участником одной из программ, изучая все институты. Начали с Вашингтона и кончая самым низшим уровнем. Я вас заверяю, что ни один политик в Соединенных Штатах не даст вам какой-либо там отмашки. Значит, там политика Соединенных Штатов строится на долгосрочных программах. Есть программы, которые распланированы на 20 лет вперед. Президенты меняются, а программы остаются. Да, и вот только я один вопрос. Как же вот так вот посол Соединенных Штатов зашел в кабинет господину Воронину, и после этого была решена судьба меморандума Козака? Это тоже потому, что послы Соединенных Штатов не вмешиваются в ситуацию в Республике Молдова? Спрашивали господина Воронина, что? Конечно, спрашивал. Его же без попутал. Вы не слышали такое? То есть странным образом это совпадение, вы считаете, Что же он такое, при всем моем уважении господину Воронину? Господин Павловский, не к лицу вот вам сейчас ставить под сомнение вещи, в которых вы убеждены лично сами. Потому что вы тоже знаете, что ситуация изменилась после визита посла Соединенных Штатов. Нет, прошу прощения, одно уточнение. Я в то время не был в Молдове вообще.
Я в то время был в Страсбурге. Я понятия не имею, вот видите, что зачем? Здесь происходило. Правильно, правильно. Ну, но как-то странным образом эти вещи совпали, и потом в своем комментарии... Мне кажется, вы лукавите. Меня здесь не было вообще, физически я здесь не был в Молдове. Поверьте, если бы вы были, вы бы тоже около кабинета. Я вернулся, что здесь не было посла США. Я вернулся в апреле 2008 года в Молдову. Да, вот правильно Дима Детский говорит. Это не означает, что посол США не был у президента. У него есть свое мнение, я уважаю чужое мнение. Имеет право на свое мнение. Да, имеет право, у меня есть свое мнение. Ну, я уважаю ваше мнение. Нет, ну как, вы знаете, я вообще-то руководствуюсь своим мнением за наблюдениями. Да? Обычно за много лет журналистской деятельности я привык к тому, что когда политики говорят, надо как за карточным столом следить за руками, а не за тем, что они говорят. Если политик говорит, что надо делать коалицию с тем, то это значит, что с тем коалицию не надо делать, надо делать с другим. Это часто так бывает. Но бог с ним. Вы знаете, вот вы, Люда, мне задавали вопрос по поводу возможности правой коалиции. Я не верю в нее. Вот с коалицией АКУМ, с демократами никак не верю. Но я не верю в то, что как бы так быстро все будет решаться переманиванием депутатов. В это тоже не верю. А почему быстро? Вот тут же... Я думаю, что будут, использованы все возможности до тех пор, пока это может быть произойти. Да? Потому что я говорю, что вот у нас очень плохой, действительно, я здесь соглашусь с коллегами, в Молдавии очень плохой опыт коалиционного правления. Если мы возьмем любой период с начала 90-го года, все коалиции заканчивались раздраем и приходом к власти. Ну, вы помните, история с Народный фронт, там было аграрий и так далее, кончилось досрочными выборами и поражением Народного фронта. Потом было дело Альянс за демократию и реформы, кончилось ADR. Раздраем, пришли к власти коммунисты, если бы не эти погромы, они еще, может быть, раза два или три выиграли выборы. Вот. Потом случилось то, что случилось. У нас произошел бетон альянса, как у нас шутили. Да? И это тоже вот как бы закончилось все таким вот раздраем, да, и полным недоверием народа к этой ситуации. Прошли сейчас выборы, да, и выборы показали, что у нас сегодня голоса населения разделяются примерно вот на три таких больших группы. Да? Об этом знают хорошо политики. Есть такое понятие, электорат не резиновый. Знаете, каждый знает свою ячейку, каждый знает, где надо запустить спойлеров, где надо что организовать. Выборы мы научились организовывать. Есть политтехнологии и так далее, и так далее. Да-да. Ну, вы знаете, они везде так делаются. В демократическом, так называемом, сообществе нашем. Да? Поэтому есть или диктатура, или вот такие выборы, да, где бывает все. Бывают политтехнологии, есть специальности по очернению других людей. Это нормальная практика, извините меня, мы в ней растем. Мы еще пока дети. Вот. Да, ну как нормально? Везде есть, посмотрите, что делается в Соединенных Штатах Америки. Как только против Трампа того не обливает грязью. Да. Нормально, что делают, извините меня, что делали с Берлускони или с другими. Извините, они тоже могут пожаловаться, что их поливает грязью. Так же, как может пожаловаться сегодня лидер Демократической партии. Что его, он сказал, если его мы сюда приведем в студию, он тоже скажет, меня несправедливо обвиняет. Да. Даже под зонтиками не придет. Вы знаете, по большому счету, может быть, это и хорошо, что он не приходит. Ну, не надо. Мы, кстати, если Владимир Георгиевич захочет, мы, пожалуйста, да. Нет, насчет коалиции я бы мы тоже хотел сказать. Мы примем у себя в студию, да? Потому что нам этого не избежать все равно. Ну, во-первых, АКУМ в АЕ, поэтому я настаивал, что сделала хорошие вещи. Я напомню, что было несколько АЕ, в том числе после выборов в 2014 году, да. Когда все три партии, члены АЕ, шли на выборы именно с этим месседжем. Да, АЕ и вместе. Не вместе, не конечно. Вместе. И потом не отдельно, все три были вместе. Но это было краеугольным камнем их кампании. При этом все прошли нормально, и либералы, и либерал-демократы в том числе. Я напомню, я не знаю, почему они плачутся, вот, скажем, тот же Филат. Извините, у него были, я не знаю, если многие осознают, какие у него рычаги власти были. Он был премьер-министром, то есть как менеджер собственности власти он над всем владел. Да? Причем вот не как господин Лянко просто премьер-министром, да? Премьер-министром. Имел, да. Да, что касается банковской системы, я напомню, что была создана при нем. И он руководил ей комитетом по финансовой стабильности, он контролировал все банки, имел контролирующие функции, имел большинство в парламенте, имел комиссию по финансам и банкам и так далее. Все имел. К
Кто виноват, что он дошел до этого? Извините, ну, я не думаю, что демократическая партия. Нет, нет, виноват, конечно, он сам. И здесь очень хороший как бы, пример привел господин Катаны. Вы знаете, вот сейчас вот была сделана декларация о давайте придем в парламент, да, и проголосуем. Да, и проголосуем, и вот проголосуем этот пакет. И тут же всех там, всех коррупционеров арестуем после этого и так далее. Не, ну... Вы знаете, у господина Филата был контроль действительно над большинством правительства, и даже на МВД, и над многими структурами. И вы помните великолепно, что случилось после этого скандала, когда он просто выступил против демократической партии. Уже на второй день в правительство вошли люди, вскрыли сейфы, и выяснилось, что правительство очень много неучтенной налички. Понимаете? Вот. И так получилось так, что, вы знаете, это такое наивное предположение, что нынешнюю, и это, извините меня, тогда, когда еще власть была поделена, с 2016 года, да, у демократической партии было время, 2 года, выстроить супер-вертикаль власти, понимаете? И сегодня только наивный человек может сказать, прийти, что вот просто одной коалиции в парламенте, да, или назначением другого прокурора, это можно разрушить и нет, привести Валерий, к нужному результату. Нет, Валерий, мы все знаем, что тут же Конституционный суд подадут, и он скажет, что все было неконституционно. Я согласен, и вы здесь абсолютно правильно говорите, что у нас, к сожалению, в государстве очень много недостатков, много вещей. Мы здесь сколько лет сказали про наш самый Конституционный суд, про юстицию, про то. Конечно, я соглашусь с господином Полоцким в датском королевстве надо многое менять. Но только наивный человек может рассчитывать, что можно менять, как сделал когда-то, реформировал Советский Союз Михаил Сергеевич Горбачев. Начав реформу, не знав, куда он ее залезет, куда он ее заведет. Понимаете, дело кончилось распадом. Вот этого я тоже боюсь. Почему? Потому что я считаю, что в принципе, даже если собрать 9 беременных женщин, ребенок не рождается за месяц. Понимаете, наше общество таково, к сожалению, да? К сожалению, наши политики таковы, как они и есть. Таковы избиратели, как мы видели, да? Вот многие удивились, да, что вот человек, который, так сказать, судом первой инстанции осужден и признался, что он давал взятки, премьер министру Филату, да, а премьер-министр Филат брал эти взятки, должен был бы, защищая государство, сейчас является и получает на выборы 10%. Кто в этом виноват? Извините меня, партнеры по развитию, Россия, там, ЕС, США. Хорошо. Виноваты избиратели, они сделали такой выбор. Пока избиратели не созреют и не пожелают своей стране перемен, мы будем иметь ту власть, которую мы имеем. А избиратели вот в ответ скажут, пока политики будут нас разводить по обе стороны, тогда мы, извините, тогда такими будем. Я соглашусь, что наш избиратель привык все на политике. Я поставлю вопрос сейчас весьма интересный, потому что мне интересно, как вы прокомментируете. Есть вероятность того, что фракция демократов все-таки будет чудесным образом пополняться? Ну, я так сформулирую, да? А вы понимаете, что я имею в виду? Да. Я знаю. Кстати, хотел высказаться на этот счет. Пожалуйста. Да. Ну, во-первых, уже сам господин Павловский тут присутствует. Они сами сказали, что готовы, чтобы их поддержали другие депутаты, да, из других фракций. То есть это хорошо. А вот если демократическую партию другие депутаты поддержат, то это получается плохо, я так понимаю. Наверное, если сравнивать две те же самые ситуации, их нужно определять теми же мерами. Если хорошо, что кто-то может поддержать Акум, значит хорошо. Ну, Акум хорошо. Вроде не хочет в свою фракцию, да? Как бы, но так, они сказали, что хотят власть. Они не отказались от власти, кстати. Они не сказали четко, что хотят только хорошо, в оппозиции. Хорошо, оставим пока Акум. Второе, я хочу понять, да, вот демократы, как они? Я хочу, для того, чтобы объяснить, я должен напомнить, как происходило это в прошлом парламенте. Давайте вспомним все-таки. Вы говорили о том, что господина Воронина без попутал в какой-то момент. Это не я сказал, это он сказал. Да, он сам признался. Конечно, в интервью. Я не знаю, сколько у него таких моментов было, но я знаю аргументы тех людей, которые ушли от коммунистов и поддержали тогдашнюю власть. Они ушли, высказав то, что... И это факт был, потому что это высказало и на публику вышло. Господин Воронин почему-то посчитал, что он должен быть президентом еще раз, после того, как имел 2 мандата, после того, как другие были. Ну, извините, наверное, и по определению он не мог. Я не хочу высказать. Нет, так его уже избрали спикером парламента. Что ему? В 2009-м, да. И получалось так, что и многие депутаты, вот из некоторого разговора, мы посчитали это неразумным. То есть каприз вот одного человека, прихоть одного человека, мы посчитали, что не мог. А господин Воронин поставил вопрос ребром. Или я президент, или ничего.
хоть это вот. Но, кстати, это, он же не мог быть президентом никак, по закону. Как он мог быть президентом? А так происходило, вот это у него спросите, так происходило в коммунистической партии, это знаю от депутатов. Нет, он хотел президентом, должна была стать Гречаная. Да, нет, в партии коммунистов господин, не было консенсуса. Разговор тогда был. Был но, в обществе, был но в политическом поле. Но господин Воронин никак по закону не мог восстановиться. Разговор был в политическом поле. Такой был разговор. Я можно по-разному относиться к господину Воронину. Воронину, но такого он не делал. Но если честно, господин Катаны, Воронин не сделал и процента того, тех беззаконий, которые сделала потом... Я не говорю о беззаконии, я говорю о том, что это политика. Я понимаю, чтобы мы не заходили. И те люди сказали... Я просто не хочу, чтобы мы далеко опять же, уходили. Компонент. Господин Катанов, скажите, давайте вспомним, что стало с Пелединым. Да. Вот что должны были сделать то те депутаты? Вы о чем если, говорите? Если партия практически так, разобралась, да? Так, то? Вот что должны были сделать те люди, которые остались от этой но партии? Ну почему-то вот странным образом понимаете, все эти... Секунду. Подождите, Странным тут... образом все эти депутаты идут именно к демократам. Нет, не только к демократам. Некоторые остались... Ну как? Ну, Людмила, давайте я вам скажу так. Вот эти упреки пришли как раз... от людей, которые были в этой партии. Тогда я считаю уместным тоже Майю Санду спросить, почему вы осуждаете тех людей, что пошли по другому пути, тогда, когда вы сами бросили либерально-демократическую партию, будучи членом этой партии, и создали новую партию. Значит, вы стыдитесь этой партии. Понимаете? Почему вы ее бросили, оставили, а других осуждаете за то же самое? Есть понимаете? Еще один господин Катану упрек. Они были в составе правящей проевропейской коалиции и голосовали за те же законы, которые были приняты по хищению банковскому. Многие, я не увидел из многих людей акум сегодня покаяние, выйти и сказать, знаете, ребят, я был к этому тоже причастен. Я тоже проголосовал. Тоже господин Карп, тоже господин Санду. Они были в этом правительстве, они были в этой правящей коалиции. И вы знаете, даже когда я слышу от моих молодых коллег, да, журналистов, которые говорили, что вот мы когда-то скидывали Воронина, да, там, на площади и так далее. А потом вдруг через 2 года я у них слышу другое, говорит. Если бы мы знали, что вот будут такие беззакония, да, которые не допускал Воронин, при Воронине такого не было. Я говорю, так выйдите и покайтесь. Выйдите и скажите, что мы виноваты. Мы не разобрались, да? Дайте мне, пожалуйста, прояснить очень важный момент. То, о чем вы говорите, о праве депутата, да, в конечном итоге он представляет народ, про его мандат мы знаем. Да? Сам то есть, господин Павловский да. об этом говорит. А он и не спорит, что у нас так записано, да, что депутат имеет право по своему собственному усмотрению. Да, да вот если у него, конечно. Написано, что депутат обязан подчиняться дисциплине фракции. Да, абсолютно точно. Вы мне, пожалуйста, сейчас абсолютно четко скажите. То есть, если на первых заседаниях вот мы увидим, что некоторые депутаты резко передумывают, и вдруг станут членами демократической партии. Вообще, это вероятно? И можно ли это считать? Вот я уже очень четко ставлю вопрос. Да, вот так получается. Резко не надо. Нет, Валерий, я прошу. Дайте, пожалуйста, человеку возможность ответить. Да, это очень важно сейчас. Я считаю такой вариант возможным. Возможно. Да, и приветствую, и считаю незазорным. Думаю, лучше, чем досрочные выборы. Спасибо. Господин Павловский, вы получили ответ на свой вопрос? Вот сейчас. Ведь человек прям... Я думаю, что такое. Это пропорционально к тому, что сказал сам господин Павловский. Так. Это, значит, не идет речь о моем вопросе, либо не моем вопросе. Идет речь о том, какой выход был бы приемлем для блока АКУМ и для молдавского народа. Мы совершенно забываем о молдавском народе, как о чем-то таком совершенно несущественном. А вы знаете, вот что было бы самое лучшее для молдавского народа? Секунду. Молдавский я народ хочу, чтобы выбор. Человек сказал, что да. в данной ситуации будет лучше всего для молдавского народа. Сформулируйте. Значит, я не могу сразу вам дать ответ на этот вопрос. Маленькое вступление. В первую очередь хочу сказать, что результаты выборов совершенно не отражает волю молдавского народа, потому что в значительной степени эти выборы были просто-напросто в наглую сфальсифицированы. Начиная от предвыборной кампании, процесс голосования и тому подобное, исчезновение бюллетеней избирательных и многие другие вещи. Поэтому, конечно, в этой ситуации самым нормальным вариантом было бы признание этих выборов неконституционными и организация новых выборов. То есть, досрочно, но для да. этого... Не досрочных, а новых выборов. Новых. Но для этого необходимо создать предпосылки. То есть для этого надо поменять законодательство, поменять состав Центральной избирательной комиссии, выполнить ряд других действий. Потом с чистой совестью все
люди, которые считают себя достойными, что он действительно человек, имеющий понятие, что, представляет, что такое достоинство, честь. Вот люди должны будут просто пойти и пройти еще раз через это чистилище. Но в условиях, когда созданы предпосылки для нормальных выборов демократических, а не узаканивание посредством демократических процедур, узаканивание нахождения у власти узурпационного режима. А то, что произошло, это у нас так вот обстоятельства. Нет, господин Павловский меня сегодня украл веру. Знаете, вот честное слово, я 10 лет слышу на всех телеканалах о европейских принципах и ценностях. И вот, пожалуйста, мы сегодня приходим к тому, что после 10 лет утверждения этих принципов и ценностей мы имеем то, о чем говорит господин Павловский. Я с ним во многом согласен. Вот. Но, к сожалению, вот видите, вот так получается. Я всегда говорил о том, что миром правят не европейские ценности и не геополитики, миром правят интересы. Вот. Как будет в этом парламенте, какие будут интересы у узких групп, у депутатов, у олигархических групп. Вот. Так и все сложится. Ради Бога. Если не у групп, а посмотрите, если у партнеров западных и американских. Вот как они с вашей точки зрения, вот в чем они были бы заинтересованы? С точки зрения западных партнеров, сколько было сказано и критики в адресе нашего государства, сколько сказано было критики было в адрес Украины соседней. Но поверьте мне... Мне кажется, на Украине останется тот же Порошенко, у которого там рейтинг, потому что он нужен на сегодня. До Украины в этом раскладе, доживем, к сожалению, еще, да. Вот. Ну и у нас тоже не станут же партнеры по развитию, так сказать, разрушать здесь то шаткое вот такое проевропейское большинство. Попытается заставить, я думаю, что было и давление на АКУМ, чтобы объединиться. Об этом открыто, кстати, господин Петит говорил перед тем, как уйти, что он выступает за то, чтобы в будущем парламенте сохранилась проевропейская власть и так далее. Нынешний посол более осторожен в высказываниях, значит, но тем не менее, мы, такой расклад у нас, к сожалению. Да? К сожалению, наши политики играют на выборах вот таким образом, в эти геополитические грабли, на которые много раз наступили. И мало думает о интересах молдавского народа и молдавского государства. Думаю, что если бы был бы интерес думать о молдавском государстве, может быть, что-то эволюционным путем можно было сделать. В эволюционные пути я не верю. Всякая у нас революция в Молдавии заканчивалась тем, чем заканчивалась. 90-й год. Как и везде. Заканчивалась очень плохо. Большой я думаю, что, да, что просто еще одной революции, еще одной смуты наша страна просто не выдержит. Вы знаете, если быть врагом от страны, да, то надо сказать, давайте еще раз устроим то, что мы устроили в 2009 году, в 92 году, в 90-м году и так далее, и так далее. Вот, ну, с этого я поэтому думаю, что, наверное, надо каким-то образом ждать, что молдавский народ когда-нибудь тоже поймет, что надо на выборы идти ответственно. Я согласен с господином Павловским, что, конечно, выборы очень сильно удивляют, какой выбор был сделан после такой критики и так далее. Но если народ так решил, знаете, как каждый народ достоин своей власти. Мы будем иметь... Народ ли? Ну, вы знаете, честно говоря, вот тут я немножко не согласен. Знаете, почему? Я объясню. Возможности для этого были... Ну, вот, знаете, вот Акум говорит, вот одномандатные округа. Но если Акум вобрал в себе совесть нации и лучших людей, что мешало их выставить в этих одномандатных городах и победить, черт возьми? А то мне напоминает вот эту глупость, которую всякий раз повторяет, я вижу, западные пропагандисты о том, что Гитлер и Наполеон проиграли под Москвой, потому что замерзли. А русские что в это время там? В Африке воевали, да? Или кто-то их обижал? Да, очень закаленные, да? А они чем думали, когда дожили? Значит, они плохие вояки. Господин Катане, спасибо, господин Демидовский. Господин Катане, расскажите нам о роли внешнего фактора формирование правящей коалиции. Как вы полагаете, действительно ли западники, Соединенные Штаты, может быть, Россия, да, вот влияют как-то на этот процесс, вмешиваются в этот процесс, и каких результатов они могут теоретически добиться? Ну, на мой взгляд, по определению есть какие-то влияния. Наивно было бы полагать, что канцелярии на Западе и в России просто наблюдают. И в Соединенных Штатах. Да, тоже. Однозначно, конечно. Все важные игроки здесь присутствуют. Конечно, проблема в мере того, как вмешивается. На мой взгляд, раньше, вот, когда в тот же АЕ, вмешательство, наверное, было побольше, потому что сами игроки искали этого. Да? Все ходили за помощью к другим. Сейчас мы наблюдаем пока, что этого
пока поменьше. Я думаю, разговоры ведутся и это повлияет. Ведутся с кем? С Акумом, с демократами, с социалистами? Кто с кем все, говорит? Все участвуют по всем каналам. То есть послы не зря сейчас приходят на беседы. Вот мы видели, что они и с лидерами, я считаю, это и нормальным, с президентом, кстати, да, тоже это, потому что, понимаете, говорить, что кто-то влияет. Влияние происходит в той мере, в которой ты сам позволяешь влиять, понимаете? Угу. Иногда это может быть какой-то совет, и вот объяснение, вот так лучше и для тебя в том числе. Говорят, понимаете, ли они так, вот что и для сохранения европейского вектора хорошо бы, чтобы демократы объединились с Акум, а Акум с демократами? Как вы полагаете? Я считаю это нормальным. Европейское направление является одной из, скажем, такой разделяющей линии, красной линии для нашей политики. Так же, как пророссийская, да, у нас есть такая, к сожалению, дилемма, такое разделение. Понял. На мой взгляд, учитывая важность вот этой парадигмы, я согласен, что было бы нормально иметь проевропейское коалиционное правительство. Господин Павловский. Я думаю, что существующий режим ничего общего с продвижением Молдовы по европейскому пути не имеет. Более того, продвижение их по европейскому пути, в конце концов, закончилось бы тем, что они все попали бы за решетку. Кто же будет рыть яму для самого себя? А почему американцы о них так хорошо говорили? Вот Нуланд говорила про Плохотнюка. С ним можно иметь дело, да, Валерий? Помогай. Было такое выражение? Говорила. Где сейчас Нуланд? Вот я не знала, почему Нуланд сняли с поста. Нет, там просто поменялась власть. Нет, понимаете, есть понятие такое, как лоббизм. Не, ну я говорю те фразы, которые у всех на слуху. Есть понятие лоббизма, кто заплатил деньги, тот... А, так все-таки есть понятие лоббизма. Есть понятие лоббизма, да. И оно в Америке, оно узаконено, в отличие от нас. Да, но речь не о том, речь о другом. Вы сказали, что вот демократы и Акум, вот два проевропейских течения, называют, которые должны были бы как бы где-то там... Безусловно. Но это неправильно, потому что демократическая партия, это не про европейская партия. И знаменитые слова Владимира Георгиевича о том, что «Диази на инте, но и нас скутем чеспун ей, а вот сделаем то, что надо для молдавского народа». Это, кстати, господин Настасий говорил, я помню, или кто? Это не будем показывать пальцем. Не будем показывать пальцем. Это последний, я так слышал. Так вот, они сказали этой фразой, они выдали все свои планы. То есть сейчас получается как? В Россию они не могут поехать, там возбуждены дела. В Румынии не могут поехать, там возбуждены дела. Сейчас назревает ситуация типа валил в арабском мире. И у них получается, что единственный такой вот анклав, где они могли бы обеспечить себе безопасность, это Молдова. Со всех сторон они окружены. Но почему? Вот, демократическая партия принимает конгрессмены американские, они говорят о том, что надо бороться с российской угрозой, гибридной войной. Да. И там же принимается решение о запрете российских каналов. Уважаемые господа, я когда был в Соединенных Штатах, меня тоже принимали конгрессмены. Это ни о чем не говорит. Ну как ни о чем? Ничего не говорит, там это протокольные такие вещи, которые... Согласитесь, когда приезжает политик такого уровня, его принимают... Даже не на уровне госсекретаря, даже не на уровне помощника госсекретаря. Это вообще, это позор. Если позволите. Да, у нас остается 3 минуты, по-моему. Да. Давайте. Никто не виноват в том, что наша страна оказалась на этом изломе. Знаете, вот бывает, разгинает карту, и вот ты попадаешь на этот излом. И, так сказать, есть противостояние. Ну, противостояние между Россией и Западом, Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом. У всех у них там разные интересы и так далее. Связано это с тем, что в Москве не согласились с теми условиями окончания холодной войны. Ну, не было договоренности. Не сели, как вот после Ялты, не договорились о разделе. А сейчас как бы идет противостояние. Те хотят тем указать место, эти хотят тем указать место. Мы попали в этот расклад. Тоже есть такое, да? И, к сожалению, да, действительно, не в большей мере ради интересов молдавского народа и процветания этой страны, каждая из сторон, Запад особенно, потому что они справедливо считают, что мы теперь в их зоне влияния европейской. 10 лет они проводили европейский курс, и надо что-то показать. Не вспомню распад, коррупция и вот то, о чем вы говорили здесь. Да? Поэтому вот как бы я думаю, что Запад заинтересован сохранить эту власть здесь. Да? Так. Какие интересы у России? Очень простые. У России есть несколько сот тысяч граждан с российскими паспортами, есть проблема в Приднестровье, есть нежелание здесь иметь очередной анклав, как в Румынии, допустим, или где-то НАТО. Они тоже играют свою игру, да?
Но у нас в Республике Молдова должна быть своя игра. Понимаете, мы должны показать, что мы не хотим быть на этом изломе и не хотим играть роль того, кого, как пинг-понг, знаете, натравливает. Вот когда, особенно показательно, вы говорите про американцев, да, когда американское посольство хвалит молдавское руководство за то, что оно вызвало 3 дипломатов, и над этим даже смеется румынский министр иностранных дел Мелешкан. Господин Павлов, да? Сказал, что да. Они вообще не вмешиваются. Но что сделать? Это так, знаете, когда... Не смеяться можно. Ну, когда американское посольство говорит, вы молодцы, что вы выслали аж 3 депутатов, да, по делу Солсбери, которое не доказано. И господин Павловский, я вас про юриста хочу спросить, презумпция невиновности еще существует на Западе или ее уже нет? А кто доказал, что в Солсбери есть отравление и так далее, и так далее? Я вам говорю о той вот Солсбери и все остальные фокусы. Это дело из этого пинг-понга. Украина в него попала. У нас есть очень большой шанс не наступить на те же грабли. Я не могу ответить. Вот я так много времени. Не стоит. Я думаю, что будет еще повод встретиться. Я хотела бы завершить программу. Вот, Валера, вы говорите о том, что наша проблема, то, что мы вот живем на изломе, да? Вы так сказали. Возможно, проблема в том, что мы относимся к этому как к проблеме, а не как к некому положительному факту. Вот если бы мы с самого начала относились к этому, понимаете, и дружили бы и там, и с теми, и с теми, было бы замечательно. Да, вот господин Павловский говорит об электорате АКУМ. У нас время вышло, господин Катана. Я пытаюсь прощаться. Талант политиков, что нужно уважать, извините, других голосующих. Да? Вот как раз у нас сложилось в 3 части все сложилось. Угу. Наверное, нужно учитывать то, что и другие граждане страны... Сейчас вам господин Павловский расскажет про то, что они не хотят с демократами, потому что это коррупция, да, и далее по списку. Административный фактор. Я пыталась попрощаться, да. Получается, я благодарю вас. Когда партия, которая остается в оппозиции, говорит, что конституционное большинство в парламенте, имею в виду социалисты и так далее, взяли коррупционера. Ну а что им еще говорить? То же самое они скажут. Зато я знаю, что мне сейчас нужно говорить. Мне нужно завершать программу и благодарить вас за участие, потому что наше время уже вышло. Но мне кажется, что тон нашей дискуссии показал, что необходимо действительно чаще встречаться, обсуждать эти темы. Спасибо, что пришли. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. We'll be right back.